Сейчас в зеркало посмотрела, забыла, что накрашена. Думала, смыла свою штукатурку. Нет, еще не смыла. Не могу уже, хожу какая-то вареная. Сейчас себя все это смою. О, глаза-то какие красные. Конечно, с непривычки. Ну, может, дай Боже, посплюсь. Вообще, такая красота. Я умылась, блин, только проблема возникла. Я не знаю, каким мне кремом мазаться. Ночным или дневным? Какой пудру попадется? Ну-ка, ночной, значит, будем ночным мазаться. Я же спать сейчас буду. Да? Ну-ка, пойдем посмотрим. Кто мне там звонит? Кто мне там звонит? Давай. Мама. Мама сейчас позвонит маме. Короче, я не накрашенная, а зашли в мой магазин. А потом быстрее. Я собираюсь на работу. Не накрашенная, ну и плевать. Ты черт, скоро опять грим накладывается. Думала, что-то стучится, испугалась. Боже мой. Сейчас как кофеешку приду, дерну крепенько. И все, нормально все. Часика на 2-3. А, еще надо себе поесть купить туда. А то, блин, ночью я там вообще изголодалась вся. Очень кушать охота. На такой работе. Ну все, пошли, Вика, пошли. Время идет. Значит, сейчас послушала гороскоп, что он мне предвещает. Вообще-то я должна сегодня и завтра сидеть дома и получать деньги. Откуда только? Не понимаю. Работать мне вообще противопоказано, просто сказали. Сегодня и завтра. Ну что, вот я хожу. Надо собираться, я все хожу. Сейчас опять ребенка одного дома оставлять. Ну, ненадолго, на час-полтора. Знаете, никогда не пила кофе со льдом. Но сейчас хочу. Хочу, холодно. И много льда. Вы не поверите, но я иду до такой степени на всех злая. Я не могу ни на кого смотреть с добрыми глазами. Мне хочется, честное слово, всех послать. За 3 дня работы я попутала уже день с ночью. Я вышла, у меня аж глаза ослепляет этот свет.